Так, приехал на работу, пацаны. Чуть-чуть он завез земли, чтобы участок поравнять. А он обит грейфером перекидывает через забор. Чего? Того, что уже нельзя заезжать с огорода. Там песок, короче, ну, дорогу мы убили, блин. Ну, песок — это жопа. И я вот и даром вот, не хочу этот участок себе в песке. Это смерть. И до воды, наверное, сантиметров 50 он. Точно. Это сейчас болотом хоть отцепим, подымем. Вон вода, гляньте. Вот там он уже вода. Капец. Ну а что добыть? Урал манипулятором сыпет. Вот надо поравнять. Поднять участок, чтобы хоть вода не шла на участок. И росло что-то. Дальше надо. На плитку сыпешь. Специалист работает. Джик-джик. Пацаны, привет. Гляньте, как GSB-шка дубасит. Вот я 50 еду точно. И она летит. Вообще, блин. Интересно. На больших колесах и сзади, и спереди, Сань, да? Четверка, да? GSB. И передок на больших, да, и передок на больших. Да, четверка, блин, капец. Ну, 50 км, блин, без амортизатора. Ну, это, ну, капец, на резине. Круто. Быстрый GSB. Как-то так. Дубасит. Так, оттуда уехали. Там чуть-чуть начали. Сейчас покажу. Пока обид закидывает Уралом. Я сейчас тут снимаю дерен. Тут, ну, и мусор, и дерен. И рекину сюда. Завтра щиты собьем на плитку. Заедем в Татрой. Высыпемся. А мусор вот этот заберем. То есть, вот такая работа. Миник работает. Солнышко у нас сегодня. Божественный денек. Уже, наверное, последний. Но уже заморозки у нас есть. То есть такой объект. Хоть что-то выстрелило, то вообще. Ну ничего, хоть на хлебушек. Дай бог. Ой. Детям на мороженое. Поработаем чуть-чуть. Так вот загрузили, нормально, чуть-чуть осталось, но еще на одну машину. Тут песчаный грунт, домой повезу, на гору, может хоть чуть-чуть грязи не будет. Потихоньку занимаемся. Да, вот это вот, не завез я землю, блин, потому что песок, утонул на Татре еще в первые дни, потом уже ездили по... Другой он. Уральчик работает. Грейфер. А что тебя шатает, Вася? Лапу выжми сильнее. Чик. Хороший, да, Дима? Мой этот. Димочка. Грейфер хороший. Нравится?
вот такой Уральчик. Отвал уже повесили, дорогу уравняем. Дрык-дрык. Потихоньку хай грузят. Гляньте, пацаны, в огороде утонул на Татре. Пришлось высыпать. Там равняем. Татра моя загружена. А ну, улыбнись. Что? Что такое? Специалисты. Ну, Уральчик накидал. Гляньте, система. Я когда снимал, уже работает 10 лет. Против правил всех. Цилиндр стоит. Так. Видите? Сбоку. И все. И на косу. И, ну, короче, и все работает. Годами. Поднимает без вопросов. Потому что манипулятор вырезали кузов, чтобы установить. Интересно, да? Тормоза воздушные по моей системе. Зиловские опорные и все. Годами работает тоже. Тоже годами. Бух. Нагрузил. Сейчас я буду равнять. Стой, стой, еще надо. А ну. Посмыкай его как-нибудь. Залипло. Не, Саня, не хочет. Не, не высыпалось. Давай назад. Назад давай. Еще давай. Еще назад. Хорош, лопатой надо. Хорош. Татрочка на холостых сама легко. Полный кузов.
полный кузов грунта засыпаем. Фу, задолбался я уже равнять, ну что поделаешь. Вот так вот уже равняем, планируем потихоньку. Что-то получается. Татрочка работает сейчас. Растянем. Все. Завершение одного этапа, пацаны. Все. Завершили, осталось еще вот тут, но тут уже все. Тоже. Снимать особо нечего, просто показал, как мы работаем, что мы делаем, что мы не делаем. Как-то так. Потом еще. А весне еще, может быть, чуть-чуть поравняется, подсыпется где-то что-то. То есть, ну, надо будет, все равно где-то сядет, где-то ездил я. Ну, визуально как бы нормально. Оно сейчас его... Этот, зимой водичка усядется, уляжется, и будет урожай, и вид участка. Вот такой вот получился участок. Вот так вот сделали мы. Что было и что есть, да? Уральчик, обзор. И не помню, я, наверное, на него делал давным-давно обзор когда-то. Фух, что-то я отвык от таких забегал на дальнюю дистанцию. Место хорошее. Водоем. Тишина. А, на Урале лебедка стоит на гидромоторе. На крановом. Отвал за мостом. Приваренный, чтобы снег чистить. Это я первым, ну, делал на КамАЗе. А потом уже и Урал сделали. Лебедка зиловская. Ну, выручает. Если не тянет, вот ролики алиспасы висят, вот вешаешь их и всегда выйдешь, всегда. Так что как-то так. Колесико наоборот напишите, да? Тут все наоборот. Место рождения наоборот, знаете. А еще резина. У меня была вот такая резина. Фирели, Чипирели. А это может быть и моя еще даже. Я даже и не знаю. Ну, короче, не нравится. А на мне объясню из-за чего. Из-за того, что вот эти вот линии его сносит. Ну, даже если она и выше. Вы поняли, как эти работают рельсы. Раз и уехала. Но груз держит сумасшедший. Один минус самый большой. Бочина слабая, очень тонкая. Я их два штуки резал в лесу. А пенек. И еще что, назад нельзя ставить эти, вырывает кольца. У меня вырывало и на Урале вырывало сзади. То есть очень опасная резина. Из-за чего вырывает? Из-за того, что этот, накачиваешь ее 7,5. Как бы. Груз-то она держит, но эти кольца не для нее. На передке еще ладно там нагрузка, а на жопе, на вывороте. У меня раза 4 вырвало кольцо. Хорошо, что, ну, этот, увидел, а раз не увидел в лесу, блин, и этот, лупануло так, что не годится она на эти кольца. Говорю, очень опасно, очень опасно. Ну, все, пацаны, будем завязывать наш этот забег. О, интересно, длина автомобиля. Они сейчас как раз стоят одинаково. А мне аж интересно, кто длиннее. Так, ну, Урал сантиметров 40. Жопа торчит. А ну, ради интереса. Ради интереса. Ну, а тут-то вот видите как. Получается, Урал чуть-чуть длиннее Татры. Чуть-чуть. Ну, то есть, но, учитывая бампер же наваренный, лебедка, ну, это мы не считаем, то есть берем чисто вот базовый размер. Да, то есть чуть-чуть
длиннее. Такие автомобили красавцы делали эту работу. Татра себя не подвела, но ездил я примерно за это все время 650 километров сюда туда-обратно. Я сел и посчитал. Тьфу. Спасибо, милая. Так что и вот самец тоже. Есть у меня, жарёх, мечта обуть ее в эту резину и потом вот посмотреть, как и шо. Все, пацаны, всем привет, мирного неба всем, чтобы все было у всех хорошо. На этом будем завязывать наш кинозал «Ромашка». Так что как-то так поработали. Все, пока.